Приветствую вас на моем канале, с вами Лилия Донскова. Сегодня я вам расскажу об одном удивительном продукте. Это такая вот пудра, это пудра в шариках. Вот такой продукт красивый, серии Giordani Gold, компания Oriflame. Сияющая пудра в шариках. Зачем нужна эта красота? Посмотрите, такое огромное количество... Ой, аж убежали, два шарика коту подарю. Такое огромное количество шариков, здесь 25 грамм разного цвета. Если вы заметите, здесь есть шарики сиреневые, белые, зеленые, желтые, персикового оттенка. Вот их все используют в цветокоррекции лица. И при смешивании, то есть когда мы набираем их кисточкой, то есть вот так шурум-бурум-бурум-бурум, и наносим на нужные места на лице, то есть это зона щечек, так вот под глазками чуть-чуть кидаю, но в основном щечки. Обязательно перемычка носа, то есть я набрала, сжала кисточку и вот так вот аккуратненько проложила по переносице, немножко не доходя до кончика носа. Если вы ходите без щелки, то обязательно наносите вот на эту зону, то есть треугольник начинается между бровей и расходится так в стороны. Обязательно вторая щелочка, не забываем про нее. Дает такой эффект освежающий. Не очень заметный, над губой, чуть-чуть. И обязательно вот на эту выемку под губой, потому что иногда здесь бывает, особенно с возрастом, проваливается подбородок, начинает выступать вперед. Вот чтобы блеск вытащил вперед эту часть. Получается очень красивый такой эффект, лицо сияющее, холеное, такое атласное. Особенно очень красиво это выглядит при солнечной погоде, особенно летом, когда щечки загорелые, и немножечко этого блеска просто настолько освежает, делает лицо визуально более молодым, ровным. И ну, мне, например, очень нравится. Я не знаю, как вам, напишите в комментариях, пользуетесь ли вы такой сияющей пудрой в шариках. Довольны ли вы эффектом? Ой, она еще так пахнет вкусно. Но я ей пользуюсь всегда, мне очень она нравится. У меня, конечно, есть еще и хайлайтер от Oriflame, но иногда мне очень удобно. А румяна и пудра в шариках всегда удобно кисточкой быстро нанести, набросать на личико, придать такое сияние, создать ухоженный, холеный вид. Легко и просто 2 минутки. До новых встреч! Ставьте лайк, если видео полезно. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. GoPro, стоп видео.